Привет, друзья! У меня сегодня отличный день! Ко мне в гости сегодня будут приходить мои друзья-мультяшки. Вот, и будут исполнять мои желания. Все готовы? Да, мы прийти. Мы все пришли. Ну давай, начнем. Первый – Молния Маккуин. Привет, Молния! Ты откуда приехал? Из Радиатор Спрингс. Да. Ну а чемпионская гонка была уже? Да. Да? И ты выиграл? Да. Ну молодец! Тогда тебе, пожалуйста, песню чемпиона. Для тебя специально песенка чемпиона. Вау, как классно! Вау, супер! Ну вот, можешь забирать музыкальную шкатулочку. Вот. Эх, кто следующий ко мне придет? Покемон. Что с тобой? Ты не пришел? Ты прилетел? Я не прилетел, я пришел в гости. Ага, гости. Я хочу играться в фиджет куб. О, на тебе фиджет куб. Покажи всем, как, что это такое и как с ним играют. Ха-ха, ну давай, покемончик, показывай. Тут надо включить, вертить, крутить, нажимать, крутить и дышать. Дышать даже можно? Вау, круто! И включать, и выключать даже, да? Да. Вау, круто! Супер! Ну вот, спасибо! Ты всем рассказал, что можно сделать с фиджет-кубом? Молодец, покемончик! Так, кто сейчас к нам придет? Уиджи и Гвидо. О, привет, ребята! Для вас специальное мое желание. Я хочу желать трэш-паки. Меня атакуют трэш-паки. Вы можете мне помочь и собрать эти все трэш-паки? Ладно, сэр, брат. Так, о. Берем фургончик, ну вот, собираем все трэш-паки. Так, так, идем дальше. Сколько трэш-паков тут? У меня там стоят целых 3 штуки. Освободите меня от трэш-паков. Ох. Вау, у вас хорошо получается. Эта машина крутая, съедает все трэш-паки. Вау, круто. Все. Все, поехали? Утилизировать их. Спасибо, Гвидо. Спасибо, Луиджи. Вы мне очень помогли. Следующий. Арт. Для тебя особое задание. Какой? Сделай мне человечка. Окей. Вот. Так. Какая голова будет? Голова будет зеленая. Давай зеленую голову нам сделаем. Так. Животик какой будет? Желтый. Я думаю, что это оранжевый, нет? Оранжевый. Так, голова есть. Животик есть. Осталось ручки, ножки. Будет синий. Давай. Ручки давай мы ему. Во. И сейчас ножки остались. Вот.
И у нас получился... Мульти-человек. У нас получился почти что стики-бой. Спасибо, Арт, это было очень художественно. Супер. Я и есть Арт. Да, художник Арт. Следующий. Так. Гвен. О, привет. Ну, тебе задание как, за, как для девушек. Это моя подружка Гота. Да. Тебе нужно эту девочку накормить, руки помыть и уложить спать. Сначала накормить надо ее. Во. Ну, давай, иди кушай. Так. Ага. Все, готово, можно кушать. Все, поела? Иди руки мой. Так. What should we do? What should we do? Руки помыть. Потюду. Во. И сейчас идти можно спать. Спокойной ночи. Спасибо, Гвен. Ты уложила спать мою любимую игрушку. Спасибо тебе. Так, следующий кто у нас идет? Салливан. О, привет, Салли. А ты можешь мне найти VHS видеокассету с комедией? Окей. Я хочу комедию. Мне нравится комедии очень посмотреть. Так. Вот сколько тут VHS-ов. Вау, вот это коллекция. Так. Так, ну выбирай. Это жареные зеленые помидоры. Это разве комедия? Да. Да, жареные зеленые помидоры. Звучит как комедия. Кто жарит зеленые помидоры? Вообще, откуда зеленые помидоры? Теперь мне будет, когда я говорю, что не хочу, чтобы ты уезжала. Нет, это не похоже на комедию. Хотя вот девушка интересная. И помехи еще в этой кассете. Не, Салли, не хочу я это смотреть. Не хочу я это смотреть, Салли. Эджектинг делаем. Ух уж этот Салли. Следующий. Кто у нас идет следующим? Ковальский Рика. Ха-ха! Мы хотим взорвать. Для вас специальное задание. Какой? Так. Найти профессора Зе. Где он там спрятался, профессор Зе? Так, это что? Трэш-паки. Трэш-паки? Где машина? Еще два трэш-пака. Я тут. Давай мы их сразу утилизируем. Во, сразу мы их утилизируем. Так. Не нашли еще. Ищем дальше. О! Тот профессор З. Ура!
вы нашли профессора З. Ага, зря вы меня нашли. Я сейчас что-то придумаю интересное. Вот, а что в последнем гроссере? Домик Шопкинс. Вау, покажи домик. Вау, какой красивый домик. Кто в нем живет? Этот мы живем. Да вы туда не уместитесь. Не влезете. Мы влезем. С помощью минимальным. Ну вот, спасибо. Вы нашли профессора. Я давно его искал. Наконец-то нашел. Следующий синдром. Синдром? Тебе специальное задание. С 5 попыток найти Брюса. Ладно, Брюс. Где ты, Брюс? Это Дорис. Брюс, ты со второй попытки нашел? Вау, ну ты крутой. Вот он, Брюс. Молодец. Можешь лететь дальше, спасать галактику. Следующий пятачок. А где Винни? Винни, не видели? А я здесь, я иду, пятачок, я иду. Так, ну вам нужно... Что? Найти Шопкинса. Я думал, мед. Я думаю, что грязь. Нет. Нужно найти Шопкинса. Винни, Винни, давай ты. Где этот Шопкинс может скрываться? Вот. Пусто. Нету. Пусто. Пусто. Где же Шопкинс? Пусто. О, это вы нашли Шопкинс. Теннисный мячик. Ага, я теннисный мячик, только меня не бейте, пожалуйста, не бейте. Винни, ты что натворил? Я играю теннис. О, ну давай. Я тоже хочу. Бери пятачка. Давайте, играем. Играем в теннис. Давай. Пунк. Так. Пунк, пунк, пунк. Пунк! Теннисный мячик, ты в порядке? Не, все. Вот ты. Я хочу есть, я уже устал. Я пошел. Я хочу грязью. Следующий. Кто следующий у нас? Супермен. Но ты должен рассказать, в каких странах ты был и что ты видел, спасая мир. Но в каких ты странах был? Я был в Франции. И что там видел? Моды. Моды. В России я был в танцах. Я тоже потанцевал. О, круто. Ты умеешь танцевать даже? Да. Не знал, что Супермен умеет танцевать. Я был тоже в Голландии, посмотрел бельгийцы и тюльпаны. Вау, круто. Ну и где еще был? Испания. Посмотрел танцы. Испанские танцы. А корриду видел? Да. Видел, как быки мчатся по улицам города? Да, я видел тоже. Ну вау, круто. Ну вот, молодец, спасибо тебе. Спасибо тебе, Супермен. Можешь лететь дальше, спасать мир. Оу. Кто нам дальше придет? Спайдермен. Ты тоже спасаешь мир? Да. От кого? От моей подруги. А кто она такая, твоя подруга? Называется Стейси, что-то драма Ranger of the Island. Да? Ага, может тебе спиннеры помогут? Да, мне нужно успокоить нервы. Ну давай. Успокойся. Во, покажи. Вау, какие спиннеры крутые. Вау. А этот светящийся. Вау. Это вообще крутой спиннер.
О, это тоже супер. Вау. Молодец. Ты покрутил, ты показал всем, как нужно крутить. Который тебе лучше всего понравился? Этот. Светящийся? Нет, этот. Этот? Почему? Это Капитан Америка спиннер. А, ну давай, отвези ему обратно. Вот он потерял его. Вот, круто. Эй, еще трэш-паки у нас. Машина. Утилизируем трэш-паков. Так, утилизация трэш-паков прошла успешно. Музыкальное мороженое. Так, ну, кому ты, брат, дашь музыкальное мороженое? Лазеру. И кому лазер? Ну, выбирай, кому ты дашь мороженое? Королеве. Пожалуйста, королева, вам. Спасибо. Так, кто получит лазер? Грусть. Ой, спасибо за лазер. Может, я перестану так грустить? О. Следующий. Тетушка сова. О, ну ты умная тетушка сова. Вот, пожалуйста, пожалуйста. Так, 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 сейчас. Пяти раз найди Эмили. Давай. Патрик. Нет. Филипп. Два. Майкл. Три. Две попытки остались. Луиза. Последняя попытка. Рогер. Ах ты, сова, сова. Ничего ты не умная. Вот где была Эмили. Ты... Что? Это не Эмили? Вот где, рядом с Луизой была Эмили. Эх ты, сова, сова. Ну я днем ничего не вижу. Я только ночью вижу. Ладно, отправляйся. Путь. Следующий Майнкрафт пиг. О, знаешь, что ты можешь сделать? Что? Ты можешь устроить дискотеку. Ночную дискотеку. Вау, круто! Мне уже нравится. Все, перестань. Йоу. Вау, супер. И спиннер крутится. Вау, как круто! Все, включи свет, пожалуйста. Вау, это было круто! Мне понравилось! Так, ну, кто у нас последним гостем будет? Эзекил, Джокер и Гуфи. Эзекил, Джокер и Гуфи. О, привет, ребята! Привет! А давай посмотрим какой-нибудь классный VHS, а? Ладно. Напоследок. Поставьте какой классный фильм и все вместе посмотрим. Так. Так, какой фильм мы будем смотреть все вместе? Джеймс Бонд. О, это круто! Если это натуральный Джеймс Бонд, то это круто! Вау! Это действительно Джеймс Бонд!
Только помехи, не надо, пожалуйста, помехи. Я хочу посмотреть этот фильм. Оу, без помех, давай. Ну все, давай, ставь на паузу. О, спасибо, друзья, что вы все пришли ко мне сегодня в гости. Приходите в следующий раз и раз еще, окей? Окей. У меня для вас будет много других заданий. Пока. Пока-пока.